Мы собираемся ехать в Минск на автобусе. Отсюда 4 часа. Уже потом из Минска поедем до Москвы. Пару дней назад я проволнулась и думала, вчера мне стало легче, но нет. Вот. И я надеюсь, что все-таки мне получится засадить в Минск. Так что вот на вокзале сестричка. Сейчас садимся в автобус. Едем на таком бизнес-классе. Минск за 14 евро. Вот мы в Минске. Там площадь независимости. Костел святого Симеона, святой Елены. Дом правительства. С Новым годом! И снег, снег. Мне кажется, я еще никак не трогала снега. Но он лед. О, мокрый снег. Пришли к старому городу. Чтобы были деньги, по 3 мешочек. Еще 3, и 3 раза надо обижать. А я в ту сторону бегу-то. Раз. Два. Три. 10, так бы позанималась. Не, у меня же голова закружилась. Пошли мы в это место, потому что здесь очень вкусные дранбургеры, по заверению Нины. Не уверена, что я смогу это проверить, но сейчас посмотрим. Вот девочкам принесли дранбургеры. Традиционная фотосессия еды. У нас это чем, мазиком нарисовали? С любовью. А я просто ем бульончик. Скажите несколько слов о вашей еде. Очень вкусно. У меня такая голова голодная, что мне все надо. Очень вкусно. Как 3 года назад. Такая крутая елочка.
И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. Однажды ты станешь таким взрослым, что снова начнешь верить в сказки. Взрослые это даже больше, чем дети. Ведь самое невероятное в чудесах — это то, что они случаются. Настроен ли, друг мой, на чудо? Оно окружает отсюда. Его не объять, не измерить, в него нужно просто поверить. Динь-динь-динь, звенит колокольчик. Динь-динь-динь, наступает пора волшебства. Динь-динь-динь, открывается ларчик. Динь-динь-динь, заглянем туда. Кто же это? Балерина. А еще? Щелкунчик. Молодец. Около костела. И это колокол Нагасаки. Напоминание о жертвах ядерной войны. Является точно копией колокола Ангела, который остался после бомбардировки Нагасаки. В общем, сейчас мы, кстати, уже должны тронуться, поехать наконец-то в Москву. Так что да, завтра уже просыпаемся в любимой Москве.